Проходящие по центру города владимирцы и туристы могли наблюдать небудничную картину, а именно эффектный строй патрульно-постовой службы ГИБДД, полицейских кинологов с собаками и даже конные отряды. Открыл торжественный развод комплексных сил временно исполняющий обязанности начальника полиции Петр Бузин. От имени областной администрации собравшихся поздравил в Рио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов. Эффективное решение задач, стоящих перед вами. В современных условиях, непростых, когда проводится и специальная военная операция, те задачи, которые стоят перед вами, требуют постоянного повышенного внимания, профессиональной подготовки, самообладания, выдержки, дисциплинированности, высокой ответственности. Он вручил благодарности сотрудникам полиции, которые отличились на службе. К поздравлениям присоединился заместитель председателя законодательного собрания Дмитрий Рожков. От имени председателя облпарламента Владимира Киселева он также наградил ряд сотрудников благодарственными письмами и грамотами законодательного собрания. Дмитрий Рожков поблагодарил стражи порядка за доблестную службу, за то, что ставят ее выше собственного благополучия, а порой и жизни. Удивительно точно подмечено в песне. Ваша служба на первый взгляд как будто не видна. И это очень важно для спокойствия граждан. Мы понимаем, что такая вот незаметная служба правоохранительных органов – один из признаков стабильности в стране. Статистика это подтверждает. За минувший год регистрируемая преступность во Владимирской области снизилась на 6,5%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений почти на 3%. Стало меньше краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничества. Свой вклад в общее дело вносит старший лейтенант полиции Константин Рогоза. Инспектором-кинологом он работает уже 10 лет. В тандеме с собакой работаем по поиску обнаружения взрывчатых веществ и по поиску следам человека. Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, раскрытие кражи было в этом году. Ни один торжественный развод не обходится без парада. Во время него идущие в коробках сотрудники подразделений демонстрируют стать и выправку. И буквально с праздничного парада снова на службу, продолжать привычную работу, стоять на страже покоя жителей Владимирской области. Александр Инин и Анна Коновальчикова.